Приветствую вас. Вы знаете, первое, на что хотелось бы обратить ваше внимание, это на то, не путаете ли вы любовь и влюблённость. Дело в том, что любовь — это одно, влюблённость — это другое. Любовь — это чувство глубокое по своей природе, длительное, по своей природе сильное. Влюблённость — чувство более поверхностное, но в то же время такое, неразрушительное, да, это, наверное, не совсем корректно сказать, разрушительное. Вот, но такое, я бы сказал, страстное. То есть это больше про страсть. Я не очень понял, виделись ли вы в реальности. Вот. Если нет, если не виделись в реальности, то, скорее всего, даже если там девушка в вас влюбилась, то, скорее всего, она влюбилась не в вас, как такового, да, а влюбилась она, скорее, в некий ваш образ, который у нее, у нее сложился, скажем так, вот, и, к счастью или к сожалению, вот, и, соответственно, конечно же, влюблённость произошла, вот это нормально, вполне, вот это нормально, да, вполне естественно, потому что, ну, у неё, вероятно, есть потребность в этом. Вот, ну, то есть в том, чтобы, ну, влюбиться, да, у нее есть такая потребность, очевидно, совершенно, вот она, соответственно, и влюбилась. Мне кажется, это вполне нормально, мне так кажется, по крайней мере. То есть я лично не вижу в этом, да, ничего такого страшного, ничего негативного. Вот. Ну, просто потому что если она, образно говоря, вас влюбилась, то вряд ли вы могли с этим что-то сделать. Вот, но вы, мне кажется, много достаточно на себя берете, когда говорите о том, что не хотите причинять ей боль. А вы не причините ей боль, потому что боль она может причинить только себе, а сама. Вы никак этого сделать не в силах. Поэтому здесь у вас, я бы сказал, что такая вот некая гиперответственность возникает. Вот. Мне кажется, что гиперответственность не есть хорошо, потому что это, вот, ну, гиперответственность — это то, что очень сильно мешает вообще человеку, да, и вот в данном случае вам,
это может мешать вести себя естественно, достаточно вести себя свободно, да, быть самим собой. Вот. То есть вы этого как бы сделать, получается, не совсем можете. Именно из-за того, что боитесь причинить боль девушкам. Вот. А девушка, ну, она при этом как бы сама идет на действия, вот, о которых вы специально договаривались не совершать. Вот. Ну, оно, конечно, понятно, что договариваться о том, чтобы не влюбляться, это, ну, такая, знаете, мягко говоря, не самая реалистичная позиция, потому что, ну, чувством же ведь не прикажешь, да? Вот. Нельзя приказать чувствам при всем желании, чувствам, ну, не прикажешь. Вот. Ну, влюбился, ну, вот. Так получил, так вышло. Вот. То есть вы определитесь, вы не хотите девушке делать больно, почему? Как бы вы не хотите себя виноватым чувствовать, например. Или у вас есть ну, другая позиция, например, что это вредит вашим ценностям. Вот. Если так, если это вредит, то вам нужно из общения выходить. Вот. Я бы сказал, что дальше будет более серьезно. Ну, то есть дальше будет, она будет вас, значит, нуждаться все больше и больше просто. Вот. Ну, нравится, нравится вам это или нет, но вот это так. Вот. И, соответственно, боль ей, вы так или иначе, скорее всего, причините, так или иначе. Вот. Но другой вопрос, конечно, будет ли это та боль, которую причинили вы, или это будет ее боль, которая возникает, когда ей отвечает отказом. Вот. Ну, мне кажется, это не совсем одно и то же. Вот. Так что здесь вот такой момент. На этот момент я хочу обратить ваше внимание. Вот. То есть мне кажется, вы слишком, ну, много берете ответственность на себя, вот, за другого человека. Вот, я не думаю, что это, ну, я не думаю, что для вас это хорошее, что-то хорошее. Вот. Поэтому
мой ответ будет такой. Вот. Ну и, наверное, на будущее договариваться о таких вещах, как не влюбляться и так далее, наверное, не стоит. Ну, просто потому, что это не работает вот так, как видите, да. Это, ну, не получается так. Если вы понимаете, конечно, что оно, что я имею в виду тут. Вот примерно такой ответ я мог бы вам дать. Ну, вы можете, конечно, договариваться можете о чем угодно, вас никто, вам никто не запрещает это делать. Вот, но вопрос в том, насколько это адекватно. То есть насколько это реально. Вот. Мне кажется, что с таким же успехом вы можете договариваться о том, например, не испытывать боль и так далее. Поэтому я бы вам рекомендовал бы поработать в первую очередь, наверное, с личными границами своими. Вот. Мне кажется, что вот этот момент, он очень важен в общении с людьми. Вот. Значит, уметь не погружаться с ними в такую, ну, уязвимость излишнюю, да, вот, и не брать на себя проблемы других людей. При этом важно, чтобы вы какие-то проблемы на себя брал. Это важно. Вот. То есть я не говорю вам вообще отказаться от ответственности любой. Вот. Нет, это делать категорически не нужно. Это не то, что я пытаюсь донести до вас. Вот, но ограничить адекватно себя от другого человека, вот как в случае, например, с этой историей, это вот вполне можно и даже нужно, потому что девушка так может не научиться ответственности за себя, за свои действия, да, за, ну, не научиться отвечать в общем. А важно, чтобы умела, важно, чтобы понимала, что ситуация может быть негативной. Вот. Важно, чтобы она это понимала. Вот, и если этого понимания нет, то у нас в какой-то степени
проблема. Ну, мы можем научить человека, да, мы можем показать человеку, как, там, к примеру, ну, выстраивать отношения. Вот, но это для этого нужно работать. Вот. Я бы так сказал. Ну, вот я бы такое дал вам. В общем. Вот. Такой ответ я так хотел вам ответить сейчас. На этом все, пожалуй, с точки зрения психологии, наверное, все. Надеюсь, что вам это было полезно. Надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вы для, ну, для себя. Надеюсь, вы сделаете выводы. Вот. Определенно, было бы хорошо. Было бы хорошо, если бы вы сделали вывод. Вот. Было бы хорошо, если бы хотя бы подумали. Вот. То, что девушка начинает в вас влюбляться, да, это факт, если она не влюбляется, по крайней мере, симпатизирует вам, вот, что называется, отыгрывание произошло очень буквально. И вот, я бы так, наверное, сказал бы. Вот. То есть, ну, слишком, ну, буквально, да? То есть, чересчур она, вот, что называется, в это вовлеклась, как мне кажется. Вот. То есть, мне кажется, что слишком она увлеклась игрой, вот, и, ну, вышла, вот, вышла на рамки игры. Вот. А вы хотите в этой игре остаться, и, мне кажется, имеете на это полное право. Вот. Поэтому я здесь больше про то, как вам, вот, свои границы личные, вот, сохранять, чтобы это не нарушалось и уважалось. Другими людьми. Вот. Вот такой ответ. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вам это было полезно. Надеюсь, что ну, надеюсь, что вы подумаете над тем, что я сказал. Вот, и надеюсь, что вы сможете
ну, условно говоря, разрешить ваши, ну, проблемы, которые у вас есть. Вот. Я желаю вам удачи. Я надеюсь, что у вас все будет в порядке. Надеюсь, вы можете в себе разобраться. Вот. Ну а мы, если что, вам поможем. Всего самого доброго, удачи. И буду надеяться на ваш отклик.